Обязательная разминка перед началом соревнований и считанные минуты до самого волнительного момента. Главный судья дает свисток, а это значит, что заключительный этап городских соревнований «Папа, мама, я, спортивная семья» можно считать открытым. Команды, которым предстоит защищать честь своего детского сада, прошли непростой путь до финала. Сначала, конечно, в своих садах проводятся соревнования, выбирается лучшая семейная команда, и они выходят в полуфиналы, которые проводятся в городских школах наших. В спортивных залах. За прохождением этапов эстафеты пристально наблюдают судьи с секундомерами. После каждого конкурса командное время заносится в специальную таблицу. У организаторов нет права на ошибку. Судьбу призовых мест могут решить доли секунды. Поэтому к участию в эстафетах спортсмены относятся ответственно, начиная с этапа тренировок. Отрабатывали те моменты, которые у нас не получались. Потому что первый раз, когда мы пришли на отборочные соревнования, у нас было очень все нехорошо. И, соответственно, мы решили немножко подтянуть. Семья Санкиных из 19-го детского сада поставила перед собой цель – учесть все ошибки и добиться самых высоких результатов. С задачей супруги Андрей, Ирина и их сын Вадим справились на отлично. По итогам соревнований их команда заняла первое место. Это сплочение и, в первую очередь, пример детям, что они видят, что родители тоже любят спорт и сами с удовольствием занимаются в секциях. Этапы эстафеты были составлены так, чтобы их без труда могли выполнить юные спортсмены, которые на соревнованиях выступали в роли капитанов команд. Собрать на время пирамиду из кубиков, помочь партнеру надеть шуточный костюм хоккеиста, поймать сеткой мячи и забросить их точно в цель. Хорошая физическая форма и взаимопонимание в команде – это залог успеха, по мнению участников. Научить людей видеть в спорте не какую-то обязаловку, а образ жизни, чтобы это все было так же обыденно, как позавтракать, пообедать, сходить на тренировку и быть достойным человеком. Участникам, призерам и победителям городских соревнований вручили дипломы и сладкие призы. Дарья Цыпарыгина, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24.